Никто за тобой не следил? Нет. Тогда начнем. Смотри на воду внимательно. Нельзя упустить ни малейшие детали. Граеме Эдуи, Робиме Гелле Афальте. Граеме Эдуи, Дайгнис Карле С. Пирхина Айтклете. Знакомое место. Бань. Дикст, она у него, в его бане. Я мог бы догадаться. Это было прошлое или будущее? Прошлое, недалекое. Надо спешить. Идем в бане. Может, еще не поздно. Пойдем. А? Не прикасайся ко мне. Надеюсь, что мы успеем. И что Дикстра не причинит ей вреда. Всякое может случиться. Одно неверное движение, и жертвой будет он. Ну, не знаю. Дикстра никогда не простит, что она подослала к нему убийц. А Филипп наверняка слаба. Она все еще могущественная чародейка. Должно быть, они недооценили Филиппа. Сдавайся! Это лабиринт! Ты никогда отсюда не выйдешь! Гребаные идиоты! За ней! Мы этим займемся. Вот уж нет. Чародейка останется здесь. Мы идем вместе. И речи быть не может. Успокойся, Геральт. Я останусь. На случай, если она побежит сюда. Хорошо, я сейчас вернусь. Филиппа, подожди. Теперь я твоя госпожа. И ты должен меня защитить. Ведьмак не пройдет. Красивая сапожа запретила. Зараза, сука, падла. Она и на него чары наложила. Она ранена, ты знаешь? Я хочу ей помочь. Она велела не пускать. Барт не пустит. Ха. У тебя болел когда-нибудь живот? Болел. Когда Барт съел старого утопца. У нее все болит так, будто она съела 100 старых утопцев. Барт не хочет. От утопца очень болит. Пропусти меня, и я ей помогу. Барт пустит. Ведьмак поможет. Я хочу тебе помочь. Помочь, но умереть так бы не дам. Я не собираюсь причинять тебе вреда. Так. Ты меня не достанешь. Я хочу тебе помочь. Прости, но как-то не верится.
Прекрати верещать. Если бы я хотел тебя убить, убил бы. Чего ты хочешь? Пытать меня? Смотреть, как меня пытают? Мне нужна твоя помощь. Если ты меня обманешь... Расслабься, не собираюсь я тебя обманывать. Снаружи ждет Трис, она все тебе объяснит. Мне жаль, но эта госпожа пойдет со мной. Дикстра, уйди с дороги, у меня нет на это времени. Против тебя я ничего не имею, Геральт. А с Филь нам есть о чем поговорить. Помнишь, как ты подослала ко мне убийц, дорогая Филь? Ты допустила ужасную ошибку. Такие вопросы надо решать лично. И сейчас я покажу тебе как. Я помню, что вас связывало, но сейчас не лучшее время для любовных ссор. Зато идеальное, чтобы свести счеты. Филипп пойдет со мной и ответит за все милости, которыми меня одарила. Ты всегда умел ценить важные сведения. Поэтому я не верю, что ты можешь сказать нечто, о чем я сам не знаю. Император Нильфгарда не сумел перетянуть на свою сторону торговую корпорацию. Оппозиция взяла его за жопу? О, тогда белому пламени недолго осталось плясать на курганах врагов. Его дочь вернулась. Император хочет отречься в ее пользу. Невозможно. Целилла? Это может изменить ход войны, если только ты не ошибаешься. Мне сказал об этом сам император, так что новости с первых рук. Эмгир — лживая падла. Не в том случае, когда речь идет о будущем его дочери. Ты не представляешь, какая это важная новость. Смена правителя на императорском троне могла бы закончить войну. Вот Родовит обрадуется. Если Эмгир отступит, не останется никакой силы, способной остановить этого безумца. Особенно теперь, когда наш план не сработал. Ты правда думаешь, что у вас что-то выйдет? Родовит безумец, но не идиот. Он отлично знает, что есть множество людей, которые... Молчи. Я вас правильно понимаю? Вы хотите убить Родовида? Ну и ну, Сиги. Я поражена. Я-то думала, ты успокоился. К сожалению, как ты знаешь, Родовит заперся на своем корабле. Остерегут его так, что я не удивлюсь, если пара стражников для верности спит с ним в одной постели. Ты слишком много знаешь, Филь. И это еще один повод тебя убить. Может, стоит выслушать Филиппу? Она, надо думать, тоже не в восторге от Родовида. Рада, что кто-то наконец додумался избавить мир от этого выродка. В гробу я видал твои похвалы. Есть только два человека, которые могут выманить Родовида с корабля. Эмгир и я. Ты готова стать приманкой? Боюсь, Эмгир на это не согласится. Так что... Как бы, сука, не так. Не дождешься. Геральт, я бы не доверил ей даже яйцо вкрутую сварить. Это верно. Я не умею варить яйца. Но подумай, как поведет себя Родовит, когда услышит, что вы меня схватили? Разве он не забудет об осторожности для того, чтобы меня убить? Лично, собственными руками. Исключено. Забираю отсюда, Геральт. И то меня сейчас кондрашка хватит. А потом... Потом нам с тобой надо встретиться. С нашими друзьями. Я снял склад в порту. Приходи туда. Простите, что задержалась. Пришлось повозиться со стражниками. Привет, Трис.
Филиппа, ты как? Бывало и лучше. Я тебя сейчас заберу. Вы справитесь? Да. Спасибо за помощь. Видите, Мур? И ведь туда пихает. Отправляешься в путь или с нами останешься? Да, Геральт? Смотри, что я раздобыл. Идем. Надо его расколдовать. Думаю, это солдат. Сейчас увидим. Идем. Я знаю одно спокойное место, где у стен нет ушей. Все готово. За работу. Давай попробуем расколдовать этого солдата. Я могу тебе как-нибудь помочь? Да. Стой тихо и не отвлекай меня. Хена. Эссепунт. Кто ты? Что последнее ты помнишь? Я помню холм. Шел бой. Я вез приказы. Там была чародейка. Рыжеволосая. Она наложила какое-то заклятие. Правый фланг должен был вступить в бой. Ударить по щитникам. Правый фланг не ударил. А чародейкой была Лита Нейт по прозвищу Коралл. Я тоже там была. Это было очень давно. Шайсера. У тебя нет сил, так всегда бывает после артефактной компрессии. Тебе надо отдохнуть. Это верно. Когда придешь в себя, найди посла в Аратре. Он тебе поможет. Удачи. Это было любопытно. И утомительно. Ах, сейчас бы упасть в кровать и спать до упору. Смотри, куда...
стражником берегись. Они... А чем больше бью, тем больше требует. Эй, Седой! Вижу здоровье. Ну, сука! Он меня пугает. Кто там? Ведьмак Геральт. Заходи. Шеф ждет наверху. Может, скажешь уже, в чем дело? Сейчас Геральт придет. Если придет. Не хочешь говорить, тогда разливай. Все. Ведьмак, наконец-то. Теперь мы все здесь. Забились тут, как не знаю кто. Зачем ты нас собрал? Продавец сидит на корабле, туда ходу нет. Я уже говорил. Постой. Я знаю, как вытащить его на сушу. Но всему свое время. Для начала я должен покаяться. Я рассказал о нашем плане Филиппе Эйльхарт. Мя кульпа. Охуенно! Ладно, ладно, все не так плохо. Сомневаюсь, что госпожа чародейка предупредит ублюдка. Более того, она всей душой желает поспособствовать его смерти. Я, разумеется, никогда не приму ее помощи. Но Филь, она вдохновила меня. Можно сказать, послужила мне музой. Вдохновила на что? Терпение. До сути дела мы еще доберемся. Геральт, если я правильно помню, Родовит нанял тебя найти Филиппу. Твоя пронырливость начинает действовать мне на нервы. Я знаю. Прости. Это профессиональная деформация. Нет, ты больше не шпион, забыл? Ты же выбрал жизнь преступника. Нет, этот выбор сделали за меня. Филиппа заставила меня бежать из Редании. Родовит не дал мне вернуться. Дикстра, это охуенно печальная история. Прямо за душу берет. Ну давай уже к делу. Да, ты прав. Геральт, будь любезен, ответь, пожалуйста, на вопрос. Он давал тебе заказ или нет? Да. Я нашел только ее убежище. А что ты предлагаешь? Мы могли бы использовать Филиппу, не вовлекая ее в наши дела, если ты нам поможешь. Родовит ждет, что ты добудешь ему какие-то сведения о ней. Достаточно упомянуть ее имя, намекнуть, что ты напал на ее след. О, он на это клюнет как миленький. Заглотит и крючок, и леску, и поплавок, и половину удочки в придачу. Скажем, Родовит клюнет на наживку и поверит мне, хотя не факт. Что дальше? Ты скажешь, что нашел убежище Филиппы. Где-нибудь, где мы сможем устроить засаду и взять его в ловушку. Предложение? Мост на Храмовый остров. Застроен с обеих сторон. Масса закутков и ворот. Легко отрезать от остальной части города. Хорошая мысль. Я разделю своих людей, половину на одну сторону, половину на другую, к воротам. А посередине — Бьянка с хорошо смазанным арбалетом. Видишь, Геральт, мы просим только, чтобы ты пригласил Родовида на прогулку. Вытащил его на мост. Ну что скажешь? Я в деле, но когда все закончится, что потом? В городе начнутся беспорядки, возможно, паника. Нам придется где-то отсидеться. Я уже думал об этом. Помнишь театр мадам Ирен? Он сейчас стоит пустой. Мы с Талером будем ждать вас там. Будете нас ждать? Значит, свои шеи вы подставлять не собираетесь? Не в этом дело. Мы с Дикстрой охуенно много всего умеем. Но мы не бойцы. Из нас вояки такие же, как танцовщицы.
Не волнуйся, Геральт. Люди у меня опытные, они справятся. Главное, приведи им короля. Я сделаю, что смогу. Где сейчас его корабль? Прямо за углом, в Новиградском порту. Я очень надеюсь, ты к нему придешь, когда он будет в добром настроении. На мосту должно быть пусто. Мои ребята этим займутся. А что со стражей у храма? Они же, сука, набегут, как увидят, что творится. Филиппа, что ты здесь делаешь? Геральт, не задавай вопросов, на которые и так знаешь ответ. Это выглядит нелепо. Разумеется, подслушиваю ваш разговор. С немалым интересом и удивлением. Может, скажешь, что тебя так удивляет? Ваша наивность. Вы правда думаете, что Родовид поведется на такую грубую ложь? Может быть, провести его будет непросто, но думаю, я справлюсь. Надеюсь, к бою с дикой охотой ты подойдешь более обдуманно, если доживешь до него. Филиппа, зачем ты мне все это говоришь? Ты так обо мне беспокоишься? Конечно, нет. Но я уверена, что сейчас абсолютно важно, чтобы Родовид умер. Вы не хотите моей помощи? Это печально. Но я сделаю все, что смогу, чтобы вы не облажались. Вот, возьми. Кольцо. Рубиновая печатка с реданским орлом. Это кольцо Визимира, отца Родовида. Отдай его. И может быть он поверит, что ты меня нашел. Возможно, он даже решит тебе довериться. А в чем подвох? Нет никакого подвоха. Филиппа, я слишком хорошо тебя знаю. У тебя всегда есть запасной план. В этот раз его нет. И мне нужно только одно. Голова Родовида. Удачи, Геральт. Она тебе понадобится. Мой дядя ездит с цирком, потому что умеет... Во-во-во-во-во, не думай, меня не запугай. О! Ну, сука! Подозрительно ты выглядишь, придурок. Добрый бы из тебя вышел, моряк. Что вчера с тобой? Отодвинулся столько, сколько все равно. Не шали. Ведьмак Геральт? Чего тебе? Мне нужно увидеть короля. У меня новые сведения о Филиппе Эйльхард. Сдавай оружие. И за мной. Ваше Величество, ведьмак с новостями о Филиппе Эйльхард. Надеюсь, в этот раз ты принес что-нибудь получше магических кристаллов. Я знаю, где она. Может быть. А может быть, ты хочешь обмануть меня, как другие. А что другие? Видишь ли,
Пошли слухи, что я щедро награждаю любого, кто приносит сведения о Бейльхард. Людей жадных и глупых в округе предостаточно. Так что на сходнях быстро образовалась очередь. Первым на корабль пришел охотник. Принес мертвую сову без глаз. Он думал, что я поверю, осыплю его золотом. Я приказал его ослепить, а затем сбросить за борт с камнем на шее. Второй был смотритель почты из Оксенфурта. Он заявил, будто нашел ее письмо. Поддельное, разумеется. Я приказал отрезать ему пальцы. Писать он больше не будет. А, и язык. За лживые слова тоже следует карать. Думаю, не стоит говорить, что очередь быстро истаяла. Я профессионал, мне дорога моя репутация. Было бы глупо приходить к тебе с пустыми руками. Кольцо моего отца. Филиппа запечатывала им свои приказы и рассылала их от имени короля. Где она? Под самым твоим носом, в Новиграде. В доме на мосту, который ведет на Храмовый остров. Почему ты не привел ее ко мне? Сперва ее надо поймать. Я только выследил ее и украл кольцо, чтобы доказать, что нашел ее. Ты ее боишься? Нет. Ты хочешь убить ее сам, своими руками, и я об этом знаю. Ты пойдешь со мной. Губрехт, собирай людей. Сколько, сир? Всех. Ну, где она? Где Филиппа? Как я говорил, она в доме на мосту, ближе к тому концу. Перекройте эту сторону. Нам не нужны гости. Никаких зрителей. И свидетелей. Демьян, Жук, Эгберт, Фрик, Каспер. Останетесь здесь. Будете прикрывать тыл. И убейте ведьмака. Так ты платишь за службу. Так я караю тех, кто меня злит. Ты слишком много знаешь. Ты слишком часто мешал мне. А твоя грубость меня раздражает. Я убивал и за меньшее. За мной! Скажешь, что напоследок? Сука! Освободить ведьмака, потом Родовид. Держись, Геральт, мы идем! Право! Эдак? Да. Спасибо за помощь. План похерился. Значит, будем импровизировать. Геральт, за мной. Надо достать Родовида, пока не прибыло подкрепление. Стой! Oh, shit.
Откройте! Я приказываю открыть дверь! Надо было попросить. Мы в расчете. Я совершенно искренне. Простите, не смогла отказать себе в удовольствии. Как она? Откуда? Что за... Она подслушивала нас на складе. Что? И ты ничего не сказал? Давайте позже все обсудим. Родовид мертв. Неважно, кто его убил. Задание выполнено. Теперь пора отсюда сваливать. Сейчас реданцы набегут. Идем. Ну что там? Получилось? Получилось. Но все пошло не по плану. Ладно, потом расскажем. Сначала надо выпить. За север! За Тимерию! За Тимерию! За Тимерию, сука! За Тимерию! Что теперь, Роше? Новый виток партизанской войны против нильфов? Нет. Война только что окончилась. Как так? Я о чем-то не знаю? Я бы сказал да. Видишь ли, завтра в полдень командующий группой армий «Центр» подпишет договор от имени Эмгыра. Условия договора оговорены с Дикстрой. Значит, в Велине, когда тебя поймали тролли, ты... Да. Я возвращался с переговоров. Эмгыр получает Аидирн и Лирию. Из Тимерии он выйдет. В обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны... Тимерия станет вассалом империи. Самоуправлением, собственными судами, администрацией и войском. Серебряные лилии расцветут в лучах великого солнца. Будь я поэтом, я бы сказал как-нибудь так. Но я не поэт, так что скажу просто. Другого выхода нет. Вы не знаете Эмгыра. Он обыграет вас, как малых детей. О, не беспокойся. У нас и голова на плечах есть, и глаза повсюду. Возьми, к примеру, Дикстру.
Тогда конец кончал бы все как просто. Все кончить сразу. Чтобы одним ударом все завершалось и кончалось здесь. Это что? Вакмет, акт 1, сцена 7. Всегда мечтал сыграть в это. Но меня брали только на роль второго Петинера. Геральт, выброси из головы все, что сказал тебе Талер. Не будет никакого договора с Нильфгардом. Редания под моим просвещенным правлением будет сражаться до победного конца. И, победив, объединит все земли Севера, включая Тимерию. Что? Как? Не об этом мы, сука, договаривались. Это правда. Вместо этого мы настаивали на сомнительной независимости одного государства. И чтобы восстановить ее, мы отдали Эмгыру едва ли не все остальные королевства Севера. Не самое мудрое решение. Как не годится. Двуличный ублюдок, я этого не допущу. Вообще, как раз ты, Роше, должен понять, что у меня нет выбора. Почему я это должен понимать? Потому что ты тоже патриот. Геральт, это тебя уже не касается. Ты можешь идти. Удачи тебе на пути и все такое. Дикстра, я не позволю тебе их убить. Ох, беда. Тогда ты умрешь вместе с ними. Убить их всех! Все в три прогиба. Еще бы немного. И... Это еще не конец. Завтра нильфгардцев должен встретить посланник. Не сомневаюсь, что Дикстра приказал его убить. Этого допустить нельзя. Прости, но я не могу, я... С тебя политики достаточно, понимаю. Когда все закончится, приезжай в Изиму. Тебя примут с почестями. Прощай, волк. Здоровья прошу. Такие, как ты, только болезни разносят. Поражите. Мы живем в материальном мире. В этом заведении я с таким же успехом могла бы пить помои. С Имлерихом ты все придумал или Цири? Я
Лекцию об ответственности можешь пропустить. Я собиралась продекламировать хвалебную оду в твою честь. Но если ты не в настроении... Я думал, ты будешь в бешенстве. Из-за чего? Что ты поддержал Цири в ее решении? Что вы сражались плечом к плечу и победили? А если бы мы проиграли? Мы бы сейчас не разговаривали, а женская часть континента утонула бы в слезах. Вы победили, так что не стоит говорить о том, что было бы. Я уже разговаривал с Трис. Как я понял, с ложей у вас все выходит не лучшим образом. Времена опасны, особенно для чародеек. Каждые 5 раз подумай, прежде чем подставить за кого-нибудь шею. Я их не виню. Что ты делаешь в этом прекрасном месте? Скоро узнаешь. Лучше скажи, что с Филиппой. Мы с Трис отбили ее. Оказалось, она была у Дикстры, но уже все в порядке. Хорошо. Ты скажешь, наконец, что ты здесь делаешь? Я узнала, что Маргариту держат в Оксенфуртской тюрьме. Еще я разыскала человека, который из нее бежал. Скоро он должен здесь объявиться. Ты знаешь что-нибудь об этом беглеце? Я знаю только, что никому, кроме него, не удавалось сбежать из Дейла. И что его ищет теперь стража со всего города. И ты думаешь, ему можно доверять? Сейчас узнаю. Он как раз пришел. Аббат Фари? А кто спрашивает? Нам надо поговорить. Зараза. Лучше его догони. Эти люди уже совсем одичали. Эй, башка, ты как крутишься. Калера, на лестницу влез. Кажется, меня ожидает прогулка по крышам. Ты с ним договорилась. Я сказала, что я его нашла. Чего вы от меня хотите? Пустите меня! Спокойно. Нам надо поговорить. А потом стилет под реброй в канаву? Посмотри на нас. Разве мы похожи на бандитов? Ну, не очень-то. Вот именно. Кроме того, ты для нас гораздо ценнее живой, чем мертвый. Значит, вы меня не тронете? Нет. Просто расскажешь нам кое о чем, а потом пойдешь во свояси. Ну, коли так, будь по-вашему. Только давайте-ка вернемся в Хромоножку, чтоб на улице не стоять. Вино пойдет тебе на пользу. Спасибо. Чего вы хотите? Попасть в Дейру. Идите к охотникам и скажите, что практикуете чары. Тут же там окажетесь. Мы должны это сделать так, чтобы никто не заметил. Расскажи, как ты бежал и пойдешь своей дорогой. Говорят, что из Дейры выходят только трупы. Так говорят. Тогда я подумал, а почему бы не попробовать? Но останки сжигают. Начали сжигать, когда поняли, что я, старик, от них сбежал. Раньше покойников сбрасывали в большую яму. К яме этой примыкает канал, а он ведет к реке. Добрался до реки, считай, свободен. Ты говоришь, что притворился мертвым, и никто не догадался. В молодости я был подмастерьем аптекаря в Серебряном городе, так что в травах немного понимаю. В моей камере рос сонный гриб, а во дворе я собирал волчьи ягоды. Растер я это дело и съел за час до вечернего обхода.
Это могло стоить тебе жизни. Если уж умирать, то на своих условиях. Значит, теоретически мы можем войти тем самым путем, которым ты вышел. Если только нам не помешают разлагающиеся останки. И если вы протиснетесь через решетку. После моего побега проход к реке закрыли решеткой. Решетки можно взорвать. Чтобы нас услышало полгорода? У меня есть мысль получше. Аксенфурт построен на эльфских руинах. А те, в свою очередь, наверняка где-то соединяются с каналами. Если мы найдем проход, то проникнем внутрь тюрьмы. Кажется, Дейра охраняется лучше, чем крепость Викаваро. Они набирают стражу из охотников за колдуньями. Худшие отбросы, дикие фанатики. Вы бы видели, что они с людьми вытворяют. Каждый день пытки, колесование. Покой был только в праздники, когда они напивались до беспамятства. Им можно пить на службе? Вроде нет, но сами знаете, как оно бывает. Видишь? Ничего страшного. И еще совет напоследок. Смени карчму. Здесь все знают, кто ты такой. Спасибо. Что бы вы ни задумывали, надеюсь, у вас получится. Мы тоже. Бывай. Интересные он вещи говорил о стражниках. Точно. Подпоить хотя бы нескольких, и все пойдет гораздо легче. Попрошу Золтана этим озаботиться. Встретимся позже, на Аксенфуртском мосту. Глазища у тебя змеиные, а язык...